вебинаров. Мне очень приятно сегодня находиться в этом зале. Хочу сказать, что уже стало доброй традицией эти мероприятия. Как сказала госпожа Габриэла, уже вторая книга закончилась. Но вы те люди, которые создали историю нашего города. И теперь создаете историю, подписывая в этой замечательной книге. То, что вы сделали, это, конечно, нельзя оценить, нельзя найти те слова, сказать благодарности. Потому что вы созидали не только то, что вы делали когда-то, у вас были какие-то свои принципы, у вас были свои мнения, взгляды, но те мнения, взгляды и принципы, они стали основой вашей семьи. У вас прекрасные семьи, у вас дети, и та любовь, которая была в ваших семьях, она сегодня была видена в этих строках, которые говорили вам ваши дети и ваши внуки. Конечно же, хотелось, чтобы радость на глазах была постоянно. И я думаю, вот сегодня мы находимся в этом зале, у нас такой трепет, и мы думаем, как же вы выглядели 50-60 лет назад. И, наверное, и вы, когда пришли в этот зал, почувствовали те же самые эмоции. Может быть, зал был чуть-чуть меньше, не такой красивый, не такой яркий. Может быть, у кого-то была платье венечное, а у кого-то не было. Может быть, были много гостей, а может быть, не было никого. А сегодня рядом с вами ваши семьи, ваши родные и ваши близкие. И то, что у вас когда-то не было, сегодня у вас есть. Поэтому хотелось, чтобы вот эти мгновения прекрасной жизни, чтобы они, конечно же, продолжались и дальше, чтобы вы чувствовали опору, любовь и поддержку своих детей, родных и близких. Но вы должны знать, как сегодня было сказано не один раз, я не скажу что-то новое. Все это благодаря вам, вашей поддержке один к другому, вашей любви, вашему терпению. Поэтому любите себя, любите, терпите. Потому что с каждым годом есть какие-то, как было сказано, взлеты и падения. Но тем не менее, вы должны знать, что есть такая песня «Единая верность», да, когда лебедь. И мы, люди, смотрим и слушаем, и видим, что один без другого мы ничего не можем сделать. Поэтому цените себя, любите и дорожите. Спасибо. Потому что жизнь очень короткая. И, конечно же, в этот день мы не можем не прийти с приветственными адресами. Мы бы хотели бы вручить вам приветственный адрес от Примарины Зигербелл с цветами. Также хочу сказать, что у нас по традиции, как мы уже говорили, было принято решением административного совета муниципального фонда социальной поддержки населения оказать каждой семье те люди, которые прожили 50 лет совместной жизни, по 500 лет, те, которые прожили 60 лет совместной жизни, по 600 лет. И так как вы у нас прошли интересную историю жизни, и вы знаете, что в дом иногда стучится почтальон, мы сегодняшнее мероприятие его растянем еще на одну неделю. Вам в дом появится почтальон и принесет вам эти денежки. И вы вспомните еще один раз о своей прекрасной жизни, о том, что вы сделали и как оно было. Также хочу сказать, что с большим трепетом и словами благодарности к вам с любовью обращается и примар нашего города Рената Усатый. Несмотря на то, что он не находится сегодня в городе, он вчера позвонил и сказал передать вам слова благодарности, любви, и чтобы ваши семьи процветали дальше, и то, что вы, эту любовь, которую вы донесли до сегодняшнего дня, чтобы она была и дальше в ваших семьях. И также от Рената Георгиевича каждая сегодняшняя семья получит в подарок по 2000 лей, которые вы получите на следующей неделе, придут представители от, непосредственно от Рената Георгиевича. Спасибо. Если позволите, или ты, интересные благодарности за то, что вы сделали. Спасибо. Спасибо. Не ожидали? Не ожидали.
Спасибо большое. Сердечно благодарим Бога, сердечно благодарим за такую доброту, за такое внимание. Спасибо. Чтобы из будущего вернулся, дай Бог. Чтобы не два миллиона тронули. Дай Бог. Все было. Спасибо. Дай Бог. Спасибо большое. Спасибо большое. Поздравляю, мой хороший. Спасибо вам, дорогие. Спасибо. Мне 82. Спасибо. Документы. Спасибо Богу. Спасибо большое. Благодарствуем за такой почет и уважение. Спасибо вам за большое. За понимание. Дай Бог, чтобы и у вас такое спасибо, было почитание, когда вы живете. Здравствуйте. Вы уже слышали, мы жили в одном студенческом городке. И хотя англичане жили недалеко друг от друга, но мы познакомились в университете. Я пришел в гости к моей будущей супруге. Меня спрашивает, тамочка спрашивает, ты кого тебе позвать? Ты пришел, там какие имена называют. Я говорю, нет, я пришел к тебе. И с тех пор мы встречались несколько месяцев, и после окончания университета мною подали заявление, и с тех пор уже 50 лет вместе. Я очень рад, я беспокойный за это, я хороший человек, что хороший человек, красивая, да. Молодая, и я об этом все время говорю. Он мне сказал, но я сначала вообще не поняла. Потому нам было очень хорошо вместе. Как он сказал, что мы учились в одном университете на разных факультетах, он меня видел, видели мои сокурсницы. У него вообще половина моих девочек с группы, все влюбились в него. И вдруг он приходит ко мне, и все это так, я к тебе пришел. Эти слова у нас. И где-то это продолжалось, весна, лето. И в один прекрасный день он приходит и говорит, сделал предложение. Я не верила. Он опять приходит. Ты, наверное, шутишь, не может быть. Опять приходит. И приходит, я не знаю, он купил цветов, ведро, я не знаю, вот такой вот букет. А сейчас ты веришь, я прошу тебя, идем в ЗАГС и подадим заявление. И мы пошли в Кишинев и подали заявление тоже. Я писала, я делала ошибки, мне не верилось. Ну, вот мы вместе, как-то нам очень хорошо вместе. Мы выросли на детей, у нас внучки, три внучки. Жизнь удалась. Как ты говоришь, что жизнь не прожить, не поле перейти. Было все, не было всякое. Но были приоритеты. Были приоритеты, были дети. И семья. И вот дошли до такого знаменательного дня. Все, мы вас это большая любовь, большая ответственность друг за друга и за детей. Спасибо вам большое. Золотой вас свадьба и горько. Просто горько. Спасибо. Просто горько.